Строительство северного обхода Твери, газификация региона и реализация крупных проектов в здравоохранении. Губернатор Игорь Руденя в эфире телеканала «Россия-24. Тверь» рассказал о ключевых событиях и решениях, принятых на региональном уровне. Подробности смотрите далее. На прошлой неделе губернатор провел выездное совещание на месте строительства северного обхода Твери. Это завершающий этап трассы М-11 со 149 по 208 километр. Сейчас на объекте ведутся активные работы. Устройство земляного полотна, временных подъездных и объездных дорог. Начаты работы по возведению мостов через Волгу и Тверцу. Нескольких путепроводов. Губернатор рассказал, что при строительстве учтены интересы жителей. По проекту строительства трассы М-11 предусмотрена установка шумозащиты в местах, где трасса будет проходить в близости от населенных пунктов, либо дачных поселков, либо мест проживания граждан. Еще один важный инфраструктурный проект для Тверской области – газификация. Она осуществляется по двум основным направлениям. Непосредственно газификация региона, строительство объектов совместно с компанией «Газпром» и догазификация домовладений, которая ведется по поручению президента. Газификация идет полным ходом нашего региона. В этом году мы планируем подключить уже газу и пользователей к трубопроводному газу. К трубному газу это Жарковский район, это Красный холм. Говоря по догазификации, которая делается по поручению президента, у нас уже около 7 тысяч заявок. Игорь Руденя отметил, рассматривается вопрос расширения категории получателей адресной социальной помощи на газификацию квартир и домов. Во время прямого эфира речь шла о реализации крупных проектов здравоохранения. В частности, ведется реновация Бежецкой ЦРБ, строится поликлиника в Старице, идет строительство детских поликлиник в Кимрах, Торжке и Твери.